Всем привет, с вами Аркадий. Сегодня я сделаю обзор вот такой вот машинки, которая называется Dodge Ram. Она выполнена в виде пикапа с вот такими вот колесами. Дополнительные колеса. Это очень хорошо для нашего бездорожья, потому что если вы проколите два колеса, то в багажнике у вас есть два запасных. В этой машинке открывается дверка кузова и крышка капота. Внутри мы видим двигатель цвета металлик. И при открытии двери и нажатии на передние колеса, и нажатии на задние колеса. Горят передние и задние фары.